Всем привет! Сегодня будет максимально полезное видео о том, сколько стоит жизнь и отдых на острове Бали. Мы прожили на острове Бали 2 месяца, путешествовали по нему, были в разных районах, и, соответственно, мы накопили много опыта, которым мы и хотим с вами поделиться. Немного информации о самом острове Бали. Бали – это остров Индонезии, он омывается с юга Тихим океаном, а с севером – морем Бали – Тихого океана. Площадь острова 5780 километров квадратных, представляете? Это как пол Беларуси почти. Протяженность 145 километров с запада на восток, и 90 с юга на север. Чем же интересен остров Бали туристов? В первую очередь это серфинг. Огромное количество туристов со всего мира прилетает на остров Бали для того, чтобы посерфить. На Бали безумно красивая природа. Это водопады, их более сотни. Это вулканы, кстати, на один из них мы поднимались. Это джунгли, рисовые поля. В общем, природа Бали очень красива, и она еще действительно не тронута. Ну и давайте перейдем теперь к самому важному. Первое, о чем вам нужно позаботиться, когда вы приезжаете на остров Бали, это, конечно же, виза. Если вы приезжаете на остров Бали на 30 дней, если вы из Украины, из Беларуси и из России, то на 30 дней вам не нужна виза. То есть вы просто приезжаете в аэропорт острова Бали и на месте ставите штамп, он бесплатный. А если вы хотите продлить свой отпуск на острове Бали до 2 месяца, то вам необходимо будет приобрести визу в аэропорту по прилету. Стоит она $35, оформляется достаточно быстро, но есть свои нюансы. Оплачивается она только в долларах, поэтому лучше вообще с собой возьмите именно, вот если вы едете вдвоем, там $70, если вы едете один, то $35. Но, кстати, мы столкнулись с такой проблемой при оформлении визы. У нас были доллары 96-го года, и у нас их не хотели принимать. Благо, что у нас была одна бумажка 2001-го, нас ее приняли и нам оформили визу, поэтому этот момент обязательно учитывайте. Не берите с собой старые доллары, это очень важно. Эта виза, которую вы приобретаете за $35, она на 1 месяц с возможностью продления еще на 1 месяц. Это продление происходит, как и везде, в иммиграционном офисе, непосредственно на самом острове Бали. Стоит продление $22, но есть свои нюансы, опять же, это остров Бали. Она продляется в 3 этапа, то есть вы можете продлить ее самостоятельно, приехать в иммиграционный офис 3 раза, либо вы можете продлить ее через агента, и это уже будет стоить не $22, где-то примерно в раза 2 дороже, может быть даже больше. Мы продление делали сами, поэтому съездили 3 раза в иммиграционный офис и продлили визу за $22. Первый этап. Вы приезжаете, подаете документы, оплачиваете взнос в $22. Второй этап. Вы приезжаете, сдаете отпечатки пальцев. Ну и третий этап. Вы уже забираете свой паспорт, соответственно, с штампиком. Все, готово, и вы на острове Бали можете жить 2 месяца. Ну а если вы хотите остаться на острове Бали, например, на зимовку, на полгода, то существует социальная виза. На ней я уже не буду останавливаться, мы сами ей не пользовались, но кое-какая информация у нас есть, поэтому если у вас будут вопросы, вы можете смело задавать их в комментариях, и мы вам ответим. Ну и, конечно же, второе, что вам нужно, это приобрести билет. Мы всегда билеты покупаем, вы знаете, на Aviasales. Ссылочку свою партнерскую мы оставим в описании. Что касается стоимости билетов, говорить точно о ценах неправильно, потому что цены меняются всегда в зависимости от сезона, от срока. Вы берете билеты в одну сторону, либо в две. Но в среднем билеты стоят от $1000 до 2 туда-обратно. У нас билеты туда-обратно обошлись в $1100, но мы летели на Бали из Таиланда. Из Таиланда билет до Бали стоит $100 на человека, ну а обратно мы летели уже с Бали до Питера, и билеты нам обошлись, соответственно, $900. Третий важный момент – это аренда жилья.
Жилье на острове Бали очень сильно отличается от тайского. На Бали очень красивые виллы, безумной красоты, бунгало, отели. Все это сделано с вкусом. То есть в Таиланде, как обычно, если это недорогой бюджетный дом, то это просто коробка. Даже если там две комнаты и там есть бассейн, например, в резорте. На Бали же все не так. Все виллы и дома очень красивые. С красивой мебелью, с картинами, с резными дверьми, с территорией, с садом, где растут пальмы. Все ухожено, аккуратно, газончик. То есть этим, конечно, Бали нас очень удивил и поразил. Ну и, конечно же, цены. Удивительно, но есть районы, в которых даже на острове Бали можно бюджетно арендовать виллу, дом с бассейном. Самые бюджетные варианты – это Убуд. Мы, кстати, жили в Убуде. Денпасар и север острова Бали – это самые бюджетные варианты. Чингу, например, это очень известный район. Он более туристический, но там, как правило, живут экспаты, там можно серфить, он уже идет чуть дороже. Еще дороже – это Семиньяк, это Кута и полуостров Букит. Наверное, самый дорогой район – это Нуса Дуа. Там все просто безумно вылизано, там дорогущие отели, ну и там, как бы, я даже не встречала, если честно, какого-то такого более или менее бюджетного жилья. Где искать жилье? Если вы приезжаете на короткий срок, то нет смысла искать жилье самостоятельно. Воспользуйтесь букингом или Airbnb. Если же вы приезжаете на длительный период от месяца, то, конечно же, вы можете заняться поиском жилья самостоятельно. В чем еще отличие балийских домов от тайских? Дело в том, что на Бали очень распространена такая аренда совместно с кем-то. То есть, например, турист, неважно, или там экспат, арендует большой дом на 3-5 комнат. И, соответственно, в группах в Фейсбуке он эти комнаты сдает. Он живет сам, оплачивает там все электричество, весь дом, с хозяином договаривается, вы уже арендуете у него. Я не скажу, что русские, либо там европейцы как-то на этом наживаются, нет. Они просто выгодно для себя делят жилье. Так снимали виллу мы. Приехали к ребятам, Кирюхе с Дианкой, если вы их помните. Привет, ребята! Они арендовали уже в Убуде виллу на 3 комнаты, а каждая из комнат стоит $230. У нас была большая общая кухня с диваном, территория, но, опять же, этот вариант не самый бюджетный, просто ребята особо не заморачивались, и мы тоже. В Убуде можно найти, повторюсь, за $300 виллу с бассейном. То есть это, конечно, не будет что-то супер крутое, это будет более бюджетный вариант, но у вас будет бассейн. Это же круто! Аренда байка, ну или вообще аренда транспорта. Ну, на Бали вы также можете арендовать мотобайк, либо автомобиль. Но на Бали безумные пробки, и передвигаться на машине, ну, действительно нереально. Вы просто полдня будете проводить в пробках, поэтому наш вам совет. Даже если вы там в Таиланде, либо где-то на отдыхе арендуете машину, ок, но на Бали нужен на каждый день именно нужен байк. Какие-то длительные поездки вы можете брать машину, потому что это комфорт. Но если вам необходимо быстро куда-то добраться, то только мотобайк. Что касается цен на Бали на транспорт, он существенно дешевле, чем в Таиланде. Мы арендовали Yamaha Irex за $80 в месяц. Можно даже дешевле, можно, конечно, и дороже. Все зависит от того, у кого вы будете арендовать. Ну, а вообще, если говорить о бюджетных байках, типа там Скупи, то можно найти в месяц даже там, за 40, за $50, но он, конечно, будет подубитый, не новый. Что касается автомобилей, конечно же, все зависит от того, какая машина, какого класса, но в среднем это примерно $300 в месяц. Мы, ребята, даем вам общую информацию такого более бюджетного варианта. То есть понятно, что есть виллы по $10,000. Мы говорим вам, какой есть минимум, и, в принципе, мы вам показывали, что вы получаете за те же там $230 в месяц. Кстати, еще я забыла сказать, скажу сейчас, что касается коммунальных услуг и интернета. Не всегда, но, как правило, в аренду уже включена уборка, там 2 раза в неделю, например, смена белья, электричество, вода и интернет. У нас было в $230, включено все. Конечно же, бывает такое, что вы оплачиваете отдельно, это все абсолютно индивидуально и зависит от арендодателя. Следующий пункт – это отдых, достопримечательности, какие-то отели, в которые мы ездили, в другие районы. Ну, вы сами видели прекрасно, что мы достаточно активно путешествовали по острову Бали. Мы ездили на север, мы ездили на юг, мы ездили на восток. В разных районах мы останавливались с ночевкой. И у нас получилось достаточно бюджетно. В месяц примерно $330 у нас ушло на все входы, отели, достопримечательности. Следующий пункт
это кафе и рестораны. У нас ушло немного, в месяц $260. Что я хочу сказать, что мы, как правило, на Бали ели в кафешках и в ресторанах. Завтракали только дома, обедали и ужинали мы в кафешках и ресторанах, иногда заказывали доставку себе на дом. На Бали действительно дешевле европейская кухня, чем в Таиланде. Что касается местной балийской еды, нам она абсолютно не понравилась. Но мнение наше, оно не точное, оно именно наше, поэтому, возможно, вам оно понравится, и именно местная кухня очень дешевая. Как я уже сказала, иногда мы кушали в кафе и в ресторанах, но иногда мы готовили дома, жарили барбекю, и на это в месяц у нас ушло примерно $200. То есть суммарная еда $460 у нас получилась. Ну, мы считаем, что это очень даже прям хорошо, потому что кушали мы очень-очень много на Бали, потому что мы много передвигались, мы лазили постоянно по каким-то горам и достаточно много ели. Поэтому и потолстели. Что касается алкоголя, алкоголь на Бали достаточно дорогой. Это что касается импортного. Поэтому, если вы едете на остров Бали, лучше закупайтесь, конечно же, в дьюти-фри. Местный алкоголь мы пробовали ром, не скажу, что он вкусный, ну, такой более-менее, но мы пили очень редко, поэтому у нас на алкоголь ушло всего лишь $50. Ну, а что касается там выпить пивка иногда, это я все считала в еду, ну, в кафе и рестораны. Туда же и кальяны, кстати, кальяны на Бали очень дешевые. Ну и наши конкретно расходы, потому что мы уезжали с острова Бали, нам необходимо было купить одежду, мы на это потратили $300 на теплые там куртки, джинсы, ну какие-то вещи себе покупали, не знаю. Плюс еще сувениры у нас ушло немного, $25, наверное, но мы по мелочи покупали. Гигиена в месяц у нас уходила на это $30, ну там различные шампуни, я не знаю, там всякие ватные палочки, диски там, ну и так далее. Что касается бензина, мы потратили около $20 в месяц, хотя мы активно ездили и путешествовали, не знаю, как так получилось, ну, в принципе, я все записывала, может быть, где-то ошиблась. Все зависит от того, как активно вы будете ездить. Мы-то все-таки, например, 3 дня куда-то едем, 3 дня мы сидим дома, работаем и едем только там на какие-то короткие дистанции в кафе, в ресторанчик, несколько километров. Поэтому, если вы приезжаете и планируете активно ездить каждый день по острову, то, ну, считайте, примерно там в 2 раза больше у вас будет уходить, $40. Цена за литр бензина чуть меньше $1. Как я уже вам говорила, что у нас смена белья была включена в стоимость аренды виллы, поэтому все постельные полотенца нам постоянно меняли, мы стирали только свои вещи, и у нас на это ушло всего лишь $7 в месяц, очень мало. Ну, стирка просто на Бали очень дешевая. Химчистка вам там все стирают, вы сдаете, утюжат, сушат, гладят, но единственное, что вы забираете, как правило, там через несколько дней. Наши траты примерно в месяц $1500, это без билетов туда-обратно. То есть это аренда, жилья, байков, продукты, там одежда, гигиена и так далее. То есть это все без билетов. Иногда получалось больше какой-то, да, месяц, иногда получалось меньше. Но в среднем это 1500. Но я хочу сказать, что мы не тусовались, мы не гоняли по клубам, мы там не выпивали особо алкоголь. Мы просто ездили, вы сами видели, куда мы ездили, мы все снимали, мы ходили там на вулканы, мы ездили на север, на восток, ездили по каким-то пляжам, достопримечательностям. Все это недорого. Если же вы приезжаете потусоваться, и вы там планируете в Куте гонять каждый день в клуб, то умножайте эту сумму, ну, минимум на 2. Ну что, на этом наше видео подходит к концу. Прошу вас поставить лайк или дизлайк этому видео. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик, потому что если вы его не нажмете, то уведомления вам приходить не будут. Именно так сейчас работает YouTube, да-да-да. В общем, что мы хотим сказать про остров Бали? Он действительно очень крутой, нам он очень понравился, и мы обязательно туда еще раз вернемся. И если вы там не были, то мы советуем вам там побывать. Всем пока, увидимся в следующем видео.